Сейчас I will make a photo. Ой, еще один. Мистер Моди. Hello. Ой, какие красавцы. Прям я аж рот раскрыла от восхищения. So beautiful everybody. А дети-то какие? А дети-то какие? Ой, children so beautiful. Как суперзвезда, суперстар. So beautiful jewelry, beautiful set. Ой, какой красивый. Thank you. Набор. Is it gold? Ah, yes. Yes, золотой набор с рубинами и изумрудами. Ruby and emerald, да? Ah, yes, yes. Very beautiful, Ruby. Yes. Very good. В сикхской религии используется 5К, считается. Они должны... 5К – это кара-браслет, кеш – нестриженные волосы узлом на затылке, кангу – гребень, который под челмой, качера – специальные шорты длинные, удобные, и кирпан – нож, маленький нож, который под... Под челму тоже кладется на гребень. Но сейчас уже в наше время, сейчас уже в наше время они иногда могут себе позволить, во-первых, стричь волосы, как вот юноша в белом костюме. У него остриженные волосы. Он не носит челму. В оранжевом костюме не носит челму. Но они носят браслет. И они все равно придерживаются своей религии. Девчонки еще, похоже, не готовы. А мама-то какая красивая вышла в зеленом. Женщины с некоторого возраста, с пожилого возраста, они имеют право носить кинжал на перевязи, на боку. И она всегда, эта матушка, носит кинжал. Мы 2 года назад здесь были. Она говорит про меня. Саша приезжал раньше со своей немецкой женой. Она говорит, мне это больше понравилось, она приветливая. Ну, я уж постаралась, конечно, с такой суровой бабушкой, которой кинжал, быть поприветливее. Похоже, это гуава. Шел этот спокойный малыш. Hello, one more time. It's boy? Yeah, he's I told you it's boy. No, you tell. So beautiful. So quiet. Only boy made more noise. Right. Not afraid strange people, yes. Yeah, maybe he's lost in India somewhere. Мама пришла, красивая. I will make photo, sister. Такая. Мне она так нравится. Малышей. Один, второй, третий. Я запуталась уже в малышах. Этот совсем маленький. И тут расплакался, который спокойный был. Вообще, в индийских семьях я никогда не видела колясок. Однажды только увидела на Гуа. И вот сейчас вот второй раз вижу, потому что это ребята приехали из Америки. А так обычно индианки носят своих детей на боку. Nani, you didn't see her. Yes, very good, yes. You're more bright. Ой, девочки, красивые какие. Yes, and mine also. Only no. This video. Yeah, I know, but... Very nice. Чуть-чуть видео. Very nice. Деви? Рани. 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 Для меня было легко запомнить, потому что... Джавар! Жена Святослава Рериха, Деви Карани. Поэтому я их сразу запомнила оптом двух хозяек этого дома, двух невесток. Одна Деви, одна Рани. Но стала путать, кто из них кто.
потому что запомнила такое двойное имя. Рани – это королева, царица. Тяга к технике у мальчиков. С зубной щеткой пришел, но на мотоцикл. А уже в таком красивом костюме. С дедушкой. Странно, вот у дедушки браслет на левой руке. А я читала, что у них браслет на правой руке они носят, Кара. Аскинг, аскинг. А это, видимо, пришли просить милостыню, наверное. Ну, сейчас кто-нибудь им даст. Здесь же хозяева, вон.